Любишь медок, люби и холодок. Али Узденов из аула Псыш занимается пчеловодством на протяжении 30 лет. О том, как получается мед и почему пчеловодство является творческой профессией, расскажет Али Баташев. Вот это вот расплод печатный. Вот это уже мед. Идет хороший медосбор. С разнотравья, подсолнечник рядышком цветет. Вот он расплод, закрытый. Вот тут рядышком он открытый. Каждый год вкус меда разный, говорит Али Узденов. Это зависит от вида трав и растений, с которых идет медосбор. Впервые пасечник заинтересовался пчелами в 1984 году, когда увидел пасеку отца-одноклассника и попробовал только что собранный мед. Мечтая стать профессиональным пчеловодом, Али Узденов поступил в училище, а затем на работу в Джиганазский пчелосовхоз. Затем продолжил обучение в Московском институте на зооинженера по пчеловодству. В 90-е годы пчелосовхоз закрылся, и Али Узденов стал заниматься пчеловодством дома. И до сих пор не перестает восхищаться пчелами. За трудолюбие, за непоколебимое желание жить. Срок у них короткий, 35-45 дней живет пчелка. За это время она меняет десятки профессий внутриулевых и полевых работ. Большинство насекомых в пасеке – это серая горная кавказская порода пчел. Их отличительной чертой является то, что они открывают сезон медосбора раньше и заканчивают работу позднее. Спокойно переносят низкие температуры. Благодаря длинному хоботку они являются отличными опылителями бобовых культур и клевера. Для Али Узденова пчеловодство – это отдых, сопряженный с трудозатратами. На каждую пчелосемью нужно изготовить минимум 30 рамок. Их надо сначала сделать, я их делаю птичий сад, тоже дома. Сделать, потом взбить, натянуть проволоку, и уже на эту проволоку наващивается ващина. И это очень занимает очень много времени. Вот если это зимой все это не подготовить, весной у тебя все время уходит на это. Если у тебя все готово, ты должен только заниматься за контролем медосбора, за пчелой и откачка. Очень тоже тяжелый труд. Пчеловод – творческая профессия. Достаточно просто посмотреть на вагон с встроенными ульями, чтобы в этом убедиться. Здесь обитает 36 пчелосемей, которые каждый год радуют хозяина ароматным медом. Али Баташев, Ольга Савенко, Расул Бердиев. Вести Карачаево-Черкесия.